Доброе утро всем. Сегодня я лег в 4:30 утра, поэтому вот это лицо сегодня будет немножечко помятое. Полночи это лицо делало отчеты, просчеты по нашему бизнесу в Китае. Скажу я вам, что 3,5 часа сна уже дают о себе знать, уже начинаю валиться с ног, но не время спать, потому что сегодня у моего друга профессиональное актерское день рождения. Не могу же я его не поддержать, правильно? Так что едем на премьеру. Боже, я не знаю, как к нему подойти. Так волнуюсь. Еще красивее стал. Привет, я же в фильме снялся. Актерская карьера. Недавно виделись. Премьера себе, давай пожимкнуть. Знаешь, что здесь какая-то атмосфера незабываемая. У нас как будто здесь «Аватар» сегодня, премьера или еще какой-то голливудский фильм. Очень много людей, крутейшая энергия. Блин, я прям кайфую. А я попкорн покупаю. А ты вот он, попкорн покупаешь. Ну что, волнуешься, расскажи? Нет, я уже видел фильм, я знаю, что он хороший. Всем рекомендую идти, потому что это хорошее украинское кино. Понятно, что не Голливуд, но фильм достойный. Нет, конечно, против, он же блогер. Расскажите немножечко о вашей главной роли. Ну что рассказывать, заходите в зал через полчаса и все увидите. Спойлеров не будет? Нет. Добро победит? Нет. А Танос будет? У нас понос победит. Тоже будем смотреть. Конечно же. Анна выиграла, кому выиграла? Бутылку шикарного коньяка. Держите в руках. Ромчику удачи. Ребятки, котятки, я вот... Пятерочка. Так, не отвлекайте меня. Я вот на вас смотрю и хочу влюбиться, глядя на вас. Да. Ну, вас я уже влюблен. Я и сам себе хочу где-то. Бля, боже, какие они... Тут Ромчика показывают на всех экранах. Дорогой. Я тебя искренне поздравляю. Спасибо большое. Передай подписчикам мои привет. Передаю подписчикам привет. Она не знает. Слушай, а ты можешь, пожалуйста, еще раз в «Аватаре» сняться? Да. Так прикольно, мне нравится. Во втором получается? Ну, в каком? В первом. Ще раз нагадую, Макс Тарабата, другий раз можем повторити і запросити вас до зробителю сторіс. І тебе заблокують. Будь ласка, заходимо до зали, нагадую. Я більше не пойду з тобою на кіно. Почему? Что случилось? Потому что кино уже 20 минут идет. Пришел а час назад. А ты ходишь, за всеми снимаешься. Да, со всеми снимаешься. Беспредел. Пойдем в кино смотреть, нет? 20 минут уже идет кино. Ну все, пошли уже. Пошли. Блин, ну долго тебя ждать еще или нет? Ненормально вообще. Капец, ждешь и ждешь. Вот завершился фильм, Андрюш. Я хочу еще. Давай. Ты придешь еще раз? Конечно. Слушайте, фильм крутой. Ребята, постарались. Приходите, смотрите. И обязательно обращайте внимание на тонкости. Там есть такие отсылочки. Найдете.